Привет, с вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Новый день, новая наша с вами встреча и мое новое пожелание вам легкого, стройного дня. И, конечно же, напомню вам еще про одну стройную фишечку, которая поможет идти на пути к легкости, к вашей стройной идеальной фигуре или не совсем идеальной. Главное, чтобы вы хорошо себя чувствовали. Это прежде всего. И вот как раз для здоровья сегодня стройная фишечка дня очень-очень даже хороша. Показываем. Видите, да, это баночка из-под оливкового масла. Она у меня уже практически пустая. Открыла недавно новую. Ну, симпатичная, поэтому пока она у меня дома остается. Может быть, скоро и выброшу. А может быть, для красоты на кухне где-нибудь поставлю. Не суть. Оливковое масло, которое было внутри, оно, конечно, для красоты. Не для красоты интерьера, а для нашей с вами красоты, потому что омега-3 жирные кислоты, которыми богато оливковое, да и любое другое растительное масло, они очень важны для красоты, в особенности женской, и волос, и ногтей, и кожи, поэтому обязательно включаем в свой рацион. Причем оливковое масло, я не скажу прям, что оно гораздо полезнее подсолнечного нашего традиционного. Нет, лучше всего просто разнообразить. Но чем примечательно оливковое масло, это, конечно, особенно своим ароматом и тем, что оно обладает свойством немножечко снижать наш аппетит. Поэтому, если вы заправляете овощной салат оливковым маслом, ну, небольшим количеством лучше всего, конечно, это будет очень хорошо. Ну, и в таких блюдах, как капрезе, например, из сыра с помидорами, конечно, оливковое масло незаменимая штука. Обязательно используйте. Обязательно. Это, что называется, из тех продуктов, которые должны быть масло на вашей кухне. И никогда не сидите на диетах. Будьте бодры, веселы. Оставайтесь на связи и обязательно ставьте лайк. Всего вам доброго. Пока.